И снова здравствуйте, всем привет! Давайте в этом ролике рассмотрим, значит, как сделать еще один вариант огня для AIDA. Но это уже, значит, нодами. Так, вот эту часть я, значит, удаляю. Находим, где тут она у меня сфера. Так, это H. Вот она сфера, это Delete. И Alt-H. Возвращаем все назад, то, что скрыли. Теперь N-панель, Screen Cascade, включаю, чтобы вы увидели, что я буду нажимать. И погнали. Отключим, значит, камеру, и свет нам пока не понадобится. Так, здесь можно текстуры пока отключить на рендом, чтобы полегче все это дело было. И рассматривать будем, значит, вариант вот с этого ролика. Значит, вот такой вариант здесь, значит, огня. Вот вы видите, да? И попробуем все это дело сделать. Ссылку на этот ролик, значит, на этот канал я оставлю в описании. Погнали. Так, первым делом добавляем Shift-A. Значит, Mesh. Добавляем ИКО-сферу. И попробуем, значит, ее немножко преобразить. Значит, делаем S. Уменьшаем, сразу подгоню, значит, под бошку нашего персонажа. Сделаем какую-нибудь этакую штуку, значит, Sculpt Mode. Английская F. Включаем тянучку. И вот что-то в таком духе, значит, сделаем, чтобы напоминало как бы огонь. Так, чуть-чуть пониже, значит, до башки. Ну, а там, если что, уменьшим. Так, заходим в модификаторы, добавляем Subdivision Surface. Ну, в принципе, столько пока хватит. Теперь что делаем? Заходим в материалы, находим, так, это текстура, находим Marble, так, Magic, ну давайте Magic, так, нет, не Magic, пардонте, Marble, вот он Marble, так, это теперь чуть-чуть поменьше, посмотрим, что тут происходит. Так, так, так. Чуть-чуть прибавим, чуть-чуть убавим. Ну, пока вот в таком духе, наверное, оставим. Конечно, в ролике он добавляет, так, Clouds вот этот. Ну, давайте попробуем сначала, значит, Clouds. Что у нас получится? Так, следом заходим в модификаторы, добавляем модификатор Displacement. Так, теперь это новая текстура. Вот что-то тут он... Уменьшаем вот этот ползунок Strangle. Вот таким вот образом. Так, здесь что у нас? Надутость. И подключаем сюда Shift-A. Добавляем Empty. Point Axis, вот этот, сделаем S английскую, чуть-чуть его уменьшим, так, и на первый кадр прописываем и локация, ротация, и где-то, ну давайте до 200, а там можно будет регулировать потом, с помощью MOV поднимаем ее выше. Так, и прописываем и локрот. Так, в модификаторах теперь подключаем сюда, пусть пока будет локал, и значит, так, UV, так, где она тут находится?
Local normal. Почему-то не появилось. Так. А ну-ка по новой. Displacement. Новая текстура. Градиент Object. Ставим теперь empty. И опять вот эту штуку чуть-чуть уменьшим. Во. Вот таким вот образом пока. Так, теперь что происходит? Теперь у нас, значит, empty должна вот эта привязаться. Вот вы видите, что она движется. Сейчас вверх поднимется. Ага. Вот она выходит уже. Нормально. 200 тут поставим. Вот она, вот эта empty будет двигать у нас вот эту как бы анимашку, да? Так, следом шейдинги. Что у нас тут? Новая текстура. Один нот этот удаляем. Добавляем, значит, первое. Микс шейдер. Пока его в бок. Так, следом добавляем эмиссию. Эмиссион. Потом у нас получается Transparent BSDF. Это под низ. Так, теперь добавляем нот Color Ramp. Следом добавляем, так, Ctrl T. Вот такую связку нодов. G. Это оттащим, а ноду текстуры, значит, удалим. Следом добавляем Magic Texture. Так, это будет где-то вот в таком все духе. Так, так, так. Теперь добавляем градиент текстур. Градиент текстуры. Подставляем вот сюда. Дублируем Shift D. Значит, колорам подставляем к Magic Texture. Так, вот эти ноды еще чуть-чуть повыше поднять. Где-то вот тут. Так, теперь нам понадобится тот нод, о котором он не сказал, значит, в своем ролике. Это, значит, матч. Вот этот вот. Подставляем вот сюда его. С этим нодом, значит, и вот с корректировкой вот этой связки, да, мне помог мой друг. Так, большое спасибо тебе, Макс. Вот теперь пробую. Так, следом large width, layer width тут это добавляем, значит, вот сюда его. И, значит, также Shift D подставляем вот под эту связку. Так, погнали смотреть, что теперь будет при подсоединении. Так, микс-шейдер пока не надо. Так, эмиссию на Surface. Transparent вяжем, значит, на Surface. Здесь подключаем Color Ramp к эмиссии. Потом, значит, что у нас тут? Gradient Texture подключаем, значит, к этой штуке. Колорампу и вот эту часть подключаем к вектору. Так, здесь у нас подключается объект. Ну, вот такая пока штука. Теперь
чтобы видно было, нужно тянуть вот эту штукенцию, значит, ротация минус 90, чтобы она вот так вот, ну, выровнялась, значит, да? И вот эту локацию тянем, пока у нас кончик не станет черным. Вот таким вот образом. Вот так как-то. Так, следом добавляем сюда микс шейдер. Так, пардоньте. Давайте сразу color ramp настроим. Выбираем вот этот ползунок. Плюсуем его. И поставим ему, значит, цвет красный. Выбираем вот этот ползунок. Плюсуем. Поставим ему, значит, оранжевый. Так. Вот эта штука, все нормально. Но теперь нужно вот эту часть. Так, вот уменьшаю. Она все равно белая. Значит, тут на эту, на этот ползунок поставим, значит, какой-нибудь желтый цвет. А на этот черный убираем. Поставим. Вот. Красный. Так, теперь все это подрегулировать надо. Жмем пробел. Пока нет никаких, значит, изменений. Все это дело еще подкорректируем. Подставляем микс шейдер. К микс шейдеру transparent подсоединяем. Следом верхняя часть у нас связки. Так, вот эту сейчас побольше подниму. Значит, object подсоединяем к Magic Texture. Magic Texture к color ramp. Color ramp подключаем к add. Переключаем add, значит, на Trade. Так, и здесь, значит, нижнюю вот эту настройку, по-моему, сюда. Так, нет, к низу. Так, попробуем в текстурах поменять на Marble. Во, уже лучше. Во, уже будет двигаться получше, значит. Здесь у нас 1000. Копируем вот эту связку, делаем Shift-D. Подключаем эмиссию, значит, к ней. Отсюда эмиссию отключаем и подключаем к шейдерам. Так. Смотрим дальше. Lightweight подключаем к микшейдеру. Так, в нижний, значит, Scale ставим 500.
Так, попробуем просто 90 поставить. Так, если 90 ставим, то тогда уже... Так, эффект идет по-другому. Анка минус 180, что получится? Тогда она сбоку будет идти, да? Пламя. Ага. И тогда... Будет вот такой эффект. Минус 50. Боковой будет, да? Угу. Минус 90. Снизу вверх. А ну-ка. Ну, в принципе, что? Пламя вроде бы мультяшное, симпатичное. А ну-ка. Так. Ну, конечно, не тот эффект, что значит в ролике. Ну, черт его знает. Ну, вроде бы для каких-то свечей, для каких-то факелов, в принципе, наверное, и пойдет. Так, это значит R, G. Опускаем пониже G, подставляем к нашему персонажу. Чуть-чуть на чайник. Привязываем к нашей, значит, вот этой, к нашей анимации, к голове. Ctrl-P, это будет Bone. Заходим в Object Mode и немножко его тут можно подкорректировать там. Прописать даже вот эту движуху можно. Допустим, вот и, ну, прописка, да? Потом, значит, на 200-й кадр. Вот, раз. Вот так вот. О, а чё? Ну, в принципе, неплохо таки. Конечно, внешний вид у нее потом уже не очень. Так. Поменьше, значит, стрэнджелов этих. Зайдем еще в... Так, это у нас культ мод. Чуть-чуть еще я тут подкорректируем. Так, перебор шеи, а ну-ка чуть на шею пониже, и вот эту часть чуть-чуть, наверное, на котелок, и поровней как бы не как-нибудь ее так вот. Угу. А здесь уже она залазит сама и побольше, да? Так, все, теперь еще немножко. Давайте вот эту штуку все-таки покрутим, повертим. Что-то и где-то тут не хватает.
Так, если вот этот зеленый убрать на желтый, вот так, добавляем как-нибудь, да? Так, что тут можно еще сделать? Так, и чуть-чуть уменьшить эмиссию, да? Тогда будет потемнее такой. Ну, надо вот с этими, наверное, цветами еще как-то здесь помудиться, как он какие там подбирал. Ну, вот так уже посимпатюшней. Так. На этот красный, на все красные стоит, а ну-ка. А на этот, если желтоватый добавить. Ну, вот такой вот огонь получается. Не знаю, насколько он, значит, прикольный. Ну, вот тут волны какие-то есть. Так. Так, а если свет отключить? Ну, в принципе, ничего так. Для каких-то идей, для каких-то факелов подойдет, наверное, штука. Вот такие три огня, значит. Надыбались, рассмотрелись. Ну, посмотрим, как это возможно будет где-то применить. Может, тут вот единственное стоящее. Так, если в скульпт-моде этот вот потоньше сделать какую-то верхушку, вот эту, может, как-то больше ее тут поизвертеть. Тогда, может, будет больше каких-то этих, значит, деталей. Так, как-то кверху может поднять этот. Ну, вот уже вроде тоже что-то этакое. Так, а что если empty еще прописать по-другому, да? Вот здесь вот на середине добавить, допустим, G ее чуть-чуть в бок и лакрот. И потом, значит, где-то ее еще вот так вот G сюда. Ну, чтобы она по-разному как бы тянула ее, да, пламя.
О, уже получше. Словом, нужно с огнем экспериментировать. Если больше вот этих вот сделать, больше языков вот этих с разными цветами, то может быть лучше будет. Но тоже нужно это дело будет потестить, да? Ну вот такой результат. Все, всем пока, до свидания.